Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии смартфон HTC One M9. Давайте откроем коробку и узнаем, что лежит в комплектации. Сам смартфон, micro-USB кабель, зарядное устройство, которое подключается через USB, гарнитура, скрепка для сим-лотка, различная документация, с нижнего торца мы видим выход micro-USB, 3,5-мм выход под гарнитуру, а также микрофон. С верхнего торца мы видим инфракрасный порт. С правой стороны мы видим кнопки блокировки, регулировки громкости, а также лоток для micro-SD. С левой стороны лоток под nano-SIM.